Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости РФЦНЕ» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. С песней по жизни. В Центре культуры и досуга РФЦНЕ прошел концерт народного коллектива Академического хора ветеранов войны и труда, посвященный столетию комсомола. Памяти капитана Александра Майорова. В Сарове завершился чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою. Романсы, музыкальные композиции советских поэтов, песенников и композиторов и знаменитые песни о комсомольской молодости. В Центре культуры и досуга РФЦНЕВ состоялся отчетный концерт народного коллектива Академического хора ветеранов войны и труда, посвященный столетию ВЛКСМ. Зрители услышали любимые песни в исполнении солистов, а также узнали о достижениях творческого коллектива. В этом году хор стал лауреатом второй степени на Всероссийском фестивале «Надежда». Народный академический хор ветеранов войны и труда Центра культуры и досуга РФЦНЕВ за 28 лет активной деятельности приобрел высокий уровень певческой культуры и пользуется признанием среди других коллективов города и области, а также среди поклонников и ценителей хорового пения. Песни в исполнении вокалистов наполнены энтузиазмом, задором и жизненной энергией. Этот коллектив особенный во всех отношениях. Преклонный возраст солистов хора добавляет музыкальным композициям душевности и проникновенности. Средний возраст участников хора – 70 лет. Самому старшему уже исполнилось 86. Убеленные сединой бабушки и дедушки, уйдя на заслуженный отдых, продолжили активную жизнь и нашли в ней место для творчества и песни. Алла Круглова руководит коллективом более 20 лет и отмечает уникальные черты характера в своих подопечных. Чем хорошо заниматься вот именно быть руководителем такого коллектива, потому что, ну, очень такие необыкновенные люди, знаете, приходят чистой душой и сердцем. По сложившейся за четверть века традиции, хор дает 2 отчетных концерта в год – весной и осенью. Выступления всегда приурочены к празднованию важных событий или памятных дат. В перерывах между исполнением зрители рассказывают о том, чем жил коллектив эти полгода, где выступали, какие места посетили с экскурсиями, на каких конкурсах и фестивалях показали свое мастерство. В этих концертах мы поем, конечно, свои любимые песни и затрагиваем некоторые вот серьезные события, как столетие образования комсомола. Тем более, что песни эти нами любимые. Многие зрители их знают наизусть, подпевали в зале. Конечно, мы не могли обойти стороной такое событие нашей страны. Каждый из участников пришел в коллектив по велению своего сердца. Татьяна Оленина всегда любила петь. Но в молодости было не до самодеятельности, хватало других забот. В 60 она решила петь и выступать на сцене. Сначала пела в «Голосах Сарова», а потом перешла в хор ветеранов. И вот уже более 10 лет репетирует, оттачивает мастерство и выступает перед зрителями. Пою с удовольствием, это радость жизни, отрада. Просто я не представляю, как бы этого не было в моей жизни вообще. Я жду этой репетиции 2 раза в неделю. Обязательно. Снег ли идет, ли дождь ли идет, мы все равно сюда идем. И забывая обо всех проблемах, о будничных наших заботах, с удовольствием здесь поем. Татьяне нравится весь репертуар хора. Она с удовольствием исполняет песни, которые предлагают ее коллеги по сцене и руководитель. Но есть и любимые композиции, исполнение которых находят отклик в ее сердце. Сольно лично я люблю романсы. Ну а так, ну, в общем-то, все песни. Предпочтение трудно отдать какой-либо песне. Вот сейчас мы столетие комсомола отмечаем, поэтому патриотические песни, они ложатся настолько на душу, настолько на сердце, порой даже слезы вызывают у нас. Светлана Тихонова также носила в душе мечту петь в хоре. Она давно была поклонницей этого творческого коллектива и после выхода на пенсию набралась смелости и пришла на прослушивание. И вот уже 2 года она выступает перед саровчанами и показывает свое мастерство на различных конкурсах. Я с удовольствием слушала эти концерты хора ветеранов. Ну, на праздничных концертах, на юбилейных, на встрече ветеранов. В общем, везде, где бы я его слышала, этот хор, я с большим удовольствием его слушала, и мне очень нравилось. И я всегда говорила, уйду на пенсию, сразу приду в хор. Солистов хора связывают не только общие репетиции и концерты. Сдружившись, они поддерживают друг друга, обмениваются опытом. Светлана ценит родной коллектив именно за душевное общение и взаимопонимание. Общение с
с людьми, очень интересная. В общем, у всех каждого свой интерес. Кто-то вяжет, кто-то вышивает крестиком. У нас бывают выставки. Репертуар хора включает в себя различные музыкальные композиции. Причем песни для разучивания предлагает не только руководитель, но и сами участники могут вынести на общее обсуждение любимые романсы или шлягер советских лет. Все поем, мы начиная от Джузеппе Верди поем и заканчивая обработками русских народных песен и финские песни, и в общем все. Конечно, нам это самим интересно, мне это интересно как хормейстеру. Опять же, это повышает наш уровень, возрастает интерес самих участников и привлекает наших зрителей. Коллектив открыт для новых участников. Главное требование – желание петь. Остальному научат опытные наставники, которые помогут разобраться в нотной грамоте и справиться с волнением перед выходом на сцену. Если есть желающие прийти научиться петь, не надо бояться, не надо смущаться. Приходите, попробуем. Мы всегда рады новым участникам. Зрители поддерживали артистов бурными аплодисментами. Цветы и слова благодарности за прекрасный творческий вечер стали лучшим признанием таланта исполнителей и наставников коллектива. Председатель Совета ветеранов ядерного центра отметил высокий уровень мастерства участников хора и поблагодарил руководителей вокалистов за проделанную работу. Ну, действительно, это хор, я считаю, профессиональный. Хор, который давно, тут некоторые участники 30 и более лет занимаются этой самодеятельностью. Руководство Центра культуры и досуга ядерного центра гордится успехами коллектива и оказывает хору всестороннюю поддержку. Впереди у хора новые цели, для достижения которых понадобится оптимизм, неуемная энергия и жизненная стойкость его артистов. А они, в свою очередь, готовы учиться, репетировать и снова выходить на сцену, чтобы радовать своим творчеством зрителей. В нашем городе прошел юбилейный 15-й чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою памяти капитана Александра Майорова. В турнире приняли участие 8 команд из Нижнего Новгорода – Сарова, Пензы, Выкса и Кстова. Наш город на соревнованиях представляли бойцы городской федерации рукопашного боя и клуба «Панкратион». Чемпионат органов безопасности традиционно проходил при поддержке РФЦ «ВНЕФ». Им нельзя говорить много о своей работе. По долгу службы на их плечах лежит ответственность за безопасность страны. Раз в год в наш город приезжают силовики из различных подразделений Приволжского федерального округа, чтобы почтить память своего коллеги-капитана Александра Майорова. Медали и первые места на пьедестале почета – не главная цель спортсменов. Участие в турнире – это дань памяти и дело чести. Турнир памяти Александра Майорова проходит в Сарове в 15-й раз. И каждый год помощь в его организации оказывает Российский федеральный ядерный центр ВНЕФ. Мы, как граждане своей страны, должны заботиться о безопасности своего отечества. Вот, а с другой стороны, конечно, это воспитание настоящего мужского начала. Пример как раз Александр, так сказать, в борьбе с терроризмом на Кавказе, как раз тот самый лучший пример, так сказать. Он тоже воспитывал и закалял свой дух. Российский федеральный ядерный центр, как предприятие оборонно-промышленного комплекса, так сказать, работающий на оборону и безопасность нашей страны, конечно, поддерживало, поддерживает и будет поддерживать такие мероприятия. Саровчанин, сотрудник регионального отдела специального назначения ОФСБ России Александр Майоров, героически погиб в 2001 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Посмертно награжден орденом мужества и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Александр был воспитанником Саровской спортивной школы, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Люди помнят об Александре. Вот. И пока мы помним о нем, ну вообще о тех людях, которые защищали Родину, которые погибли при исполнении. Вот. Пока мы об этом помним, это хорошо. На торжественной церемонии открытия турнира памяти присутствовали представители управления ФСБ России по Нижегородской области, руководство города и администрации. Перед началом турнира они обратились с приветственным словом к участникам соревнований и болельщикам. Память Александра Майорова почтили минутой молчания. После чего воспитанники оборонно-спортивного класса первого интерната приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле капитана. Этапом вашему мастерстве, а также серьезным уроком мужества, с глубоким уважением всех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли в исполнении служебных обязанностей. В
этом году в турнире приняли участие команды из Нижнего Новгорода, Пензы, Выксы, представители Академии самбо города Кстово, Федерации рукопашного боя города Сарова. Всего 8 команд и 58 человек. Среди них 10 мастеров спорта, остальные кандидаты в мастера, либо спортсмены, имеющие первый разряд. Турнир памяти Александра Майорова проводится с 2003 года, а с 2009 он получил статус чемпионата. Это не только работает на внешний имидж города, потому что, конечно, очень много славных страниц истории, связанные и с духовностью, и с ядерным щитом. Но сегодня пишется каждый день новая история. И Александр Майоров – это один из героев этой новой истории. И это важно не только для внешнего потребителя, но это и для горожан важно – знать своих современных героев. Победитель турнира определялся в каждой весовой категории. После старта соревновательного дня спортсмены встретились в отборочных поединках. Показавшие лучшие результаты на этом этапе получили путевки в полуфиналы. Судьба первых мест на пьедестале почета решилась в финальных схватках, где на татами вышли те, кому на этих соревнованиях не было равных в рукопашном бое. Своим участием они отдают память Александру Майорову. И популяризация данного вида спорта показывает хороший пример для молодежи, для патриотического воспитания. Турнир Приволжского федерального округа памяти Александра Майорова занимает одно из ведущих мест среди соревнований областной федерации по рукопашному бою. Гости отмечают высокий уровень организации чемпионата и подготовки спортсменов. Тренеры уверены, что этот турнир в скором времени даст новый виток в развитии юношеского рукопашного боя. Очередной юбилейный турнир завершен. Вот, он прошел, как всегда, на высоком уровне. Он был богат на призы специальные, в том числе и на призы для развития спорта Нижегородской области. Надеюсь, в том числе и рукопашного боя. Вот. Как всегда, была острая, бескомпромиссная борьба. Состав участников был достаточно серьезный с точки зрения спортивных званий, начиная от первого разряда, заканчивая мастером спорта международного класса. Вот. И, собственно говоря, организация и организаторы сработали, как всегда, на высшем уровне. Звучит свисток судьи, финальный поединок завершен. Последний победитель турнира известен. Им стал Антон Болоткин, который выступал в весовой категории 85+. На службе он заместитель начальника штаба учебного батальона войсковой части, в спортивном зале неоднократный победитель соревнований по различным единоборствам. Залог спортивных удач Антона – умение на шаг вперед просчитать тактику соперника. Каждый достоин по-своему, каждый представлял разные школы. То есть к тем я избирал свою тактику против рукопашника Борис, против борца Бейс. Для меня это большая честь участвовать в турнире памяти Александра Майорова, потому что я сам являюсь военнослужащим. И как любой военнослужащий, как любой представитель правоохранительных органов, рано или поздно, конечно, никогда, но предстоит пожертвовать собой ради благоустройства государства. Юбилейный турнир памяти Александра Майорова завершен. Заслуженные награды нашли своих обладателей. Победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные подарки. Руководитель регионального отделения Центра стратегической безопасности при РФ ССП Александр Красноглазов наградил организаторов турнира нагрудными знаками и медалями. Специального приза от РФЦ ВНИЕФ удостоились двое участников соревнований. На средства из фонда ЗАГС Собрания Нижегородской области секции самбо приобретет новый татами для занятий единоборствами. Подарочный сертификат вручил депутат ОЗС, заместитель директора РФЦ ВНИЕФ Юрий Якимов. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канала 16 каждую среду и пятницу в 19:45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.